Этот год можно уверенно назвать годом строительства и ремонта дорог. Проведение реконструкции сразу на 100 улицах и за один сезон. Такая масштабная работа в нашем регионе уже не проходила давно. Более того, на сегодня отремонтированы 115 улиц вместо 97 запланированных. Но другой вопрос, соответствуют ли работы должному качеству? Сколько прослужат дороги Ахтубе? Подробнее в следующем материале. Это улица 312-й стрелковой дивизии. Здесь недавно провели средний ремонт дороги. Рабочая группа проверяет ход работ до и после прокладки асфальта. По трем сторонам средненькая теперь какой-то. Это как, нормально? Да. Так, толщина щебеночно-масличной асфальтной смеси составляет 5,5 сантиметров, что полностью соответствует ПСД. Если верить специалистам, эта дорога обещает прослужить не менее 5 лет. К слову, с начала строительных и ремонтных работ были проверены 97 улиц и отобраны свыше 1000 проб, где выявлены свыше 90 замечаний. Есть нарушения, где не соответствует толщина асфальтобетонного покрытия. Это поселок Кирпичный, где мы выявили несоответствие толщины асфальтобетонного покрытия. Соответственно, нарушение до сих пор, сейчас сезон, до конца строительного сезона обещают устранить. Вот много нарушений в плане того, что состав сыпучей смеси, асфальтной смеси, вот, потом битумные пятна бывают. Улица Абая, да? Абая же была? Абая, да. Абая была. 25 миллионов тенге было вновь потрачено генеральным подрядчиком на перестилку асфальта. Именно за свой счет, именно улица Абая. Далее мы ознакомились с ходом работы капитального ремонта на улице Сатпаева, который находится в жилом массиве Каргалинская. Здесь прокладывается два слоя асфальта. Толщина нижнего 6 сантиметров, а верхнего 5 сантиметров. Нарушений также обнаружено не было. Видимо, регулярные проверки сподвигнули подрядчиков качественно выполнять работу. Ну, по моим расчетам, должно хватить. Не буду хвастаться, но должно намного хватить. На совесть, работу, на качество. Конечно, ремонтный бум дорог не оставил равнодушными горожан. Вместе с тем они вносят и свои пожелания. Ну, дороги все удовлетворяют, ну, жалоб никаких не имеют. Тем более сейчас все делают. Ну, как бы. Санкибай осталась улица. После того, как отремонтируют, думаю, пробок потом не будет. Ну, нормально все. Жол сиатрой, казахслаб келеттер. Дороги делают, конечно, рады. Не так уже стыдно, когда гости из других регионов приезжают. Хотелось бы, чтобы побольше внимания уделили старой части города. Есть улицы, которые 30-40 лет не ремонтировались. Надеемся, что эти работы не прекратятся. В свою очередь, градоначальник отметил важную роль обратной связи от населения и готовность прислушиваться к здоровой критике. Напомним, в начале сезона планировалось провести ремонтные работы на 97 улицах. На сегодня задача перевыполнена. В эксплуатацию сданы 115 дорог. Работа проделана большая в этом году. Но самое главное — это качество. Ну, срок гарантии я озвучивал. Капитальный ремонт 3 года, средний 2 года. Но так как центр качества уже гарантирует, что не меньше 5 лет он будет в таком надлежащем состоянии. Но как мы любим все говорить, весной посмотрим. Наряду с городскими улицами проводится реконструкция и придворовых площадок. Практически готова проектно-сметная документация на следующий год. В нее включены ремонт 40 новых улиц, и большое внимание будет уделено строительству тропинок и велодорожек. Николай Сырбов, Гульдана Каленкызы, Миржан Аманжолов, телеканал Актубе.